Открепительное удостоверение для голосования на выборы в Государственную Думу и Законодательное собрание Вологодской области начали выдавать сегодня в территориальных избирательных комиссиях. Их могут получить те, кто в день выборов 18 сентября не сможет прийти на свой избирательный участок. Так, в территориальных избирательных комиссиях, в том числе ТИКи Вологды, открепительное удостоверение можно будет получить с 3 августа по 6 сентября, а в участковых, которые находятся в непосредственной близости от места жительства, с 7 по 17 сентября. Гражданин должен предъявить паспорт гражданина Российской Федерации в обязательном порядке. Вот. Ему предлагается бланк для заявления, в котором указываются все данные полностью, причину указывает собственноручно, после чего уже заносится удостоверение в реестр выдачи открепительных удостоверений. В соответствии с избирательным законодательством любой избиратель имеет право в соответствии с законом получить, проголосовать, и не обязательно находясь на избирательном участке, то есть на избирательном участке, где он внесен в списки избирателей. Напомню, на выборах 18 сентября нет досрочного голосования, поэтому и необходимо получить открепительное удостоверение. С ним можно будет проголосовать на любом избирательном участке региона для выборов в Законодательное собрание области и на любом открепительном участке в любом регионе для выборов в Госдуму. Мария Суворова, Вологда, Портал.